Минуточку внимания. Кусти, как сидите, какайте там просто. Вот так и повозки воруют. Короче, вообще жесть. Вот эта смычка с этим... С карканом в паре, это монстр. Хочешь так же? Тогда, дамы и господа, принесите ваши любимые пирожки, что сделала ваша подруга, жена, мамка. Налейте себе в кружечку бульона маги. Как вкусно. Откиньтесь в кресло, навострите ваши ушки и расслабьте ваши булки. С сегодняшнего дня и навсегда вы будете уничтожать всех в Red Dead Online, не напрягаясь от слова «почти». Я расскажу вам о двух жестких схемах ведения боя. Я пересмотрел все свои ролики. И нашел одну несложную закономерность, о которой вам расскажу в этом видео. И от которой у ваших врагов будет легкая попа-боль. Ботика нахуй недоразвитая. Ставь лайк, если смотришь мои гайды. Не будем затягивать с вами Готика, Сократ, я погнали. Я на подскоке, песик, обкашляем вопросик. И переходим к игре. Первая топ-страта называется Ninja Style, мастер жесткой взрывной раскраски. И эпичность геймплея под данной стратегией обратно пропорциональна ее названию. Подойдет она милым нашим грибочникам, которые пытаются найти свой путь в этом суровом мире Дикого Запада. И которые начинают трястись в конвульсиях при виде противника и мысли о том, что их сейчас взорвут. И ваш покорный слуга относится как раз к ним. Поэтому мы, как милые, пушистые грызуны, должны сделать все возможное, чтобы пойти на подлость и унижение. Первое, что нужно сделать, это купить лук и динамит. Второе, поставить, конечно же, карты способности. Раскраска, чтобы 100% вы могли попасть разрывной стрелой в человека. Ставим костюм отряда и берем карту всегда с собой. Или, можно пойти еще дальше и взять шапку енота и одевать ее постоянно, когда она у вас слетает. Ну, так, конечно, делают... Далее мы берем единожды обманутый, иногда спасает от шальных попаданий с полуавтоматов или маузеров. Ну и завершаем наш первый супер билд картой железная легкая, чтобы стрельба из лука длилась максимально дольше. Ведь именно железная легкая позволяет немножечко, совсем чуть-чуть, снизить расход потребляемой выносливости и снизить урон. Лично мне киберспорт, текущий в моих жилах, не позволяет так играть, поэтому мы переходим ко второй стратегии победителя. А тут все гораздо проще. Берем в руки каркану, ставим фокус огня, карты на урон и жарим в прицел все, что видим. Главное — выдержка и тренировка, самообладание и дисциплина. Ну а посыл и мораль этого видео такова. Если ты немного, слегка, чуть-чуть, совсем дохуя криворукий,
то это не дает тебе никакого морального права говорить, что все вокруг тебя читаки и не дают тебе играть. Они же гриферы. Так вот, если ты досмотрел до этого момента и тебя до сих пор не стошнило, значит, ты в состоянии поставить лайк, прожахать колокольчик, подписаться. Ну, может быть, с тебя не зайдет сделать спонсорку всего от 49 рублей в месяц. Ну, конечно же, отдельное спасибо Алексей Котов, Анастасия Морс и Вовка СПБ, которые поддерживают наш канал, а также другие спонсоры, в том числе и Предатор. Спасибо вам. Спасибо тебе, мой зритель. Ставь лайки и пиши комментарии, что тебе понравилось именно в этом ролике.